Ребят, всем привет. Короче, нашел подработку себе. Час с утра. Вот сейчас время 15 минут 11. И в 9.15 я... Ну, в 9 я выехал из дома где-то. Вот так. И все, уже свободен. Еду домой заниматься своим магазином. Короче, отвожу еду на завод. На завод. Забираю с одного места и везу еще, не знаю, по километражу сколько. Сейчас буду смотреть. Вот, сейчас на спидометре 304 километра, 600 метров было. Сейчас посмотрим, когда я домой приеду, сколько оно там будет. Ну, короче, так... А, ну, 1200, короче. Съездил вот с утра полтора часа, 1200. Я считаю нормально, блин. А, еще плюс кормят. То есть приехал, покормили, но я, наверное, есть не буду. Буду с собой брать контейнеры. Пускай кладут в контейнеры, а то что-то слишком, нахуй, плотно с утра такие обеды. Буду как баба Побарих потом, блядь. Короче, все, вот так вот. Работайте. Кто ищет, тот всегда найдет, ребят. Так что вот так вот.